Правление Петра I. Викторина на знание интересных фактов правления Петра I. Петр I был первым российским императором. Петр I правил страной на протяжении 43 лет, срок близкий к рекордным. Большинство других правителей продержались на престоле значительно меньше, за исключением Ивана Грозного и нескольких других. Церковь не государство. Церковь не есть иное государство, считал Петр I, и потому его церковная реформа была направлена на ослабление политического могущества церкви. До нее лишь церковный суд. Суд мог судить духовенство, даже по уголовным делам, и робкие попытки предшественников Петра I изменить это встречали жесткий отпор. Наравне с другими сословиями, духовенство после реформы должно было подчиняться общему для всех закону. В монастырях должны были жить только монахи, в богодельнях только больные, всех остальных велено было выселить оттуда. Петр I известен терпимостью к другим конфессиям. При нем было разрешено свободное исповедание своей веры иностранцами и браки христиан разных конфессий. Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, считал Петр. С противниками церкви он предписал архиереям быть кроткими и разумными. С другой стороны, Петр ввел штрафы для тех, кто исповедовался реже раза в год или дурно вел себя в храме во время службы. Налог на баню и бороду. Масштабные проекты по обустройству армии, строительству флота требовали огромных денежных вложений. Для того, чтобы обеспечить их, Петр I ужесточил налоговую систему страны. Теперь налоги собирались не по дворам, ведь крестьяне тут же стали обносить одним забором несколько дворов, а по душам. Существовало до 30 разных налогов на рыбную ловлю, на бани, мельницы, на исповедание старообрядчества и ношение бороды, и даже на дубовые колоды для гробов. Бороды было велено рубить по самую шею. А для тех, кто носил их за плату, был введен специальный жетон-квитанция – бородатый знак. Солью, алкоголем, дегтем, мелом, рыбьим жиром теперь могло торговать только государство. Основной денежной единицей при Петре стала не деньга, а копейка. Вес и состав монет был изменен, а неразменный рубль перестал существовать. Доходы казны увеличились в несколько раз, правда, за счет обнищания народа и ненадолго. В армию на всю жизнь. Чтобы выиграть Северную войну 1700-1721 годов, необходимо было модернизировать армию. В 1705 году каждый двор должен был отдавать на пожизненную службу одного рекрута. Это касалось всех сословий, кроме дворянства. Из числа этих рекрутов составлялась армия и флот. В воинском уставе Петра I впервые на первое место было поставлено не неравенственное и религиозное содержание преступных действий, а противоречие воле государства. Петру удалось создать мощнейшую регулярную армию и военно-морской флот, которых до сих пор не было в России. К концу его правления численность регулярных сухопутных войск была 210 тысяч, нерегулярных 110 тысяч и более 30 тысяч людей служили во флоте. Лишние 5508 лет. Петр I отменил 5500 лет, изменив традицию летоисчисления. Вместо счета лет от сотворения Адама в России стали считать годы от Рождества Христова. Применение юлианского календаря и празднование Нового года 1 января – тоже нововведение Петра. Он также ввел употребление современных арабских цифр, заменив ими старые цифры, буквы славянской азбуки с титлами. Начертание букв упростилось. Буквы «кси» и «пси» выпали из алфавита. Для советских книг теперь полагался собственный шрифт – гражданский, а богослужебным и духовным оставлялся полуустав. В 1703 году начала выходить первая русская печатная газета «Ведомости».
а в 1719 действовать первый в русской истории музей Кунсткамера с публичной библиотекой. При Петре открыта школа математика, математико-навигационных наук в 1701 году, медико-хирургическое училище 1707 год, будущая военно-медицинская академия, морская академия 1715 году, инженерная и артиллерийская школа 1719 годы, школы переводчиков при коллегиях. Учение через силу. Все дворяне и духовенство отныне должны были получать образование. Успех дворянской карьеры зависел теперь от этого напрямую. При Петре создавались новые школы, гарнизонные для детей солдат, духовные для детей священников. Более того, в каждой губернии должны были быть цифирные школы с бесплатным обучением для всех сословий. Такие школы обязательно снабжались букварями на славянском и латинском языках, а также азбуками, псалтырями, часословами и арифметиками. Обучение духовенства было принудительным, противившимся ему грозила военная служба и налоги, а тем, кто не окончил обучение, нельзя было вступать в брак. Но из-за принудительного характера и жестких методов обучения, битье батагами и сажание на цепь, такие школы просуществовали недолго. Раб лучше холопа. Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству, сия то почесть свойственна царю. Это слова Петра I. В результате такой царской позиции произошли некоторые изменения в отношениях царя и народа, которые были в диковинку на Руси. Например, в челобитных посланиях не разрешалось более унижать себя подписями Гришка или Митька, а необходимо было ставить свое полное имя. Не обязательно стало снимать шапку на крепком русском морозе, проходя мимо царской резиденции. Не полагалось падать перед царем на колени, а обращение холоп заменилось на раб, что было в те времена не уничижительно, а ассоциировалось с раб Божий. Прибавило свободы и молодым людям, желающим вступить в брак. Насильственная выдача девушки замуж была отменена 3 указами, а обручение и венчание теперь необходимо было разделить во времени, чтобы жених и невеста могли распознать друг друга. Жалобы на то, чтобы один из них аннулировал помолвку, не принимались, ведь теперь это стало их правом. Новые ощущения территории. При Петре I быстро развивалась промышленность и расширялась торговля. Возник всероссийский рынок, а значит, вырос экономический потенциал центральной власти. Величайшим государством мира сделал Россию воссоединение с Украиной и освоение Сибири. Возникали новые города, ведь прокладывались каналы и новые стратегические дороги. Активно шла разведка рудных богатств, строились чугунно-литейные и оружейные заводы на Урале и в Центральной России. Петр I провел областную реформу в 1708-1710 годах, разделившую страну на 8 губерний, во главе с губернаторами и генерал-губернаторами. Позже появилось деление на провинции, провинции на уезды и так далее.